В эти выходные в Ненецком округе ожидается потепление с обильным выпадением осадков, что может привести к скоплению снега на крышах домов и его неконтролируемый сход на придомовые территории. За первые две декады февраля в Ненецком округе уже выпала месячная норма осадков. Такая же картина наблюдалась в январе этого года. Ожидается теплая погода с температурным фоном в ночное время от плюс 1 до минус 9, а в дневное от минус 1 до минус 7 градусов. Также в этот период ожидаются ветер южных и юго-западных направлений силой до 13 метров в секунду, а по округу и до 18 метров в секунду. Обильные осадки этой зимой не дают коммунальщикам расслабиться. Очищать от снега нужно не только дороги и дворовые территории, но и крыши домов. У нас по нормативным требованиям накопление снега на крыше не допускается в зимний период с толщиной слоя выше 30 сантиметров. При оттепелях управляющие организации должны уже вне зависимости от слоя снега очищать крыши соответственно. Жителям многоквартирных домов рекомендуется соблюдать меры предосторожности при нахождении на придомовой территории, а при появлении скоплений снега и наледи на крышах информировать аварийно-диспетчерские службы обслуживающих организаций. В случае их бездействия сообщать на горячую линию профильного департамента по телефону 8 800 1853 210 97. Иван Никонов, Александра Литкова, Антон Выдряков, телеканал «Север».